Итак, всем снова привет, кто подошел. Сегодня, ну, в смысле, сейчас мы будем проходить игру Лимбо, как я уже некоторым говорил, кто сейчас был на стриме. Будем пытаться еще раз, ну, я когда-то уже пробовал на стрим это делать, открыть последнее открытое мое достижение в игре Лимбо. Называется «Нет смысла в смерти». Завершить игру за один прием, погибнув не более 5 раз. Привет, Sky Cruelty. Наверное, правильно прочитал, не знаю. Сейчас так. Sky Cruelty. Ну, я почти правильно и прочитал, в принципе. Заходил. Не помню. А что ты стримил? Не, я Don't Starve не смотрел. Ну не знаю, может быть, путаешь с кем-то. Не помню такого ника. Канал также называется? Так, давай не более 3. Не, сейчас мы будем вообще не более 12, потому что мой рекорд 12. Поэтому мы будем не более 12 смертей. То есть как 12, я начинаю сначала, скорее всего. Ну, там, по усмотрению, потому что я не играл давно, я не помню многих моментов. Так что могу где-то умирать, там, в всяких даже глупых местах. Ну, давайте попробуем. Главное со счета не сбиться. Марафон на двоих. В смысле, ты про что? В смысле, Лимбо на 2 смерти? Не-не-не, ачивку открою и все, до свидания, игра. Да, с Найтрики я стримил. В смысле это? Ну, Тор, посмотрим. Не исключаю. Он заходил. Ясно. Торопиться я никого не буду, да, соответственно. Ну, там, где можно не торопиться. Ну да, мы Bugs Bunny с ним проходим, еще не прошли. 2 мира только прошли. Плыви быстрее, ну, греби их чем-нибудь. Как без паруса вообще плывет? Чисто по инерции что-то далековато. Но он сегодня сказал, что не будет, но сегодня не сможет стримить на Найтрике. Так что Bugs Bunny сегодня не будет. Это
Так, что тут? А, ну это пока легкие моменты. Вот там, где пилы будут, там вот эти вот гравитация, вот это вот начнется жесть. Вот там я нафармлю, чувствую. А, то, ну да, я же не сказал. Начало, скорее всего, где-то может быть треть или четверть игры, я, скорее всего, пройду, надеюсь, без смертей. А дальше начнется всякие эти тайминги, вот это, ну, в общем, там покормлю я. Я даже, наверное, все-таки нужно один забег сделать, неважно сколько смертей, просто нужно сделать забег. Без разницы, сколько будет смертей, потому что, ну, я просто надо вспомнить игру, давно очень не играл. Тайминги все вспомнить надо. Так-то ловушки, в принципе, всякие вот эти я помню, но вот именно там, где нужно замигрить там или что-то такое. Как вот это Фабино говорит, ну, Фэбрю Домино стример, кто не знает. Типа, если Лимбо один раз он увидит, как там про... Не умер. Как типа проходит там, да, или один раз пройдет, то типа второй раз уже без смертей вообще изи, ну... Я бы не сказал. Да что такое? Начало, да, но потом как-то совсем не очень. Стоп, забыл, где-то спрыгивать-то. Тут вроде, да? Так, сейчас паук, да, вроде будет уже. Угу. Все время кажется, что не перепрыгну, могу не перепрыгнуть эти капкан, но вроде перепрыгиваю обычно, просто как-то, блин, ненадежно выглядит. Интересно, он меня убить может сам вот после вот этого, вот в этой анимации? Я, кстати, никогда не пробовал. Ну, лучше я дома не буду испытывать уже. Сейчас что, не помню. Ну, Тор там, да. Когда я первый раз играл, я играл на полном экране, в наушниках, ну, честно, такая атмосфера была довольно-таки мрачная, ну, как бы вникал в это и хорошо передавалась атмосфера.
Вообще хорошо сделана игра, конечно. Хотя, по сути, графики почти нету, да? Только силуэты. Дым, звуков почти нет, то есть музыки какой-то. Ну вот звуки, конечно, есть, но музыки-то вообще нету. Блин. Так, тут главное тоже еще не затупить. Не слишком рано, не слишком поздно, прям. Не помню точный момент. Сейчас. А, нет! Так, первое. Недалеко дошел. Здесь я еще, ну вот, когда вот у меня была попытка на 12 смертей, явно я здесь еще не погибал. И даже не близко. Но это, блин. Пока так, тренировочная попытка все равно. На самом деле там времени дофига прыгнуть. Можно прям явно дождаться практически. Здорово. Ой. Надеюсь, не затуплю тут. Так, ну типа первый этап прошел. Теперь бегающие пацаны всякие. Так, еще маленькая что-то покатится, да, Рэда? Оп! Так.
А, паучок. Ну да, мы же еще с паучком не разобрались до конца. Ой-ой-ой-ой, ты чё? Так аккуратненько идет. Боится, что ли, уже? Прыгай. Ну да, уже там у него осталось мало ног. Одна, да, вроде уже осталась. Или нет? Не помню, если честно, что дальше, а я не люблю, когда я не помню, что дальше. Стой. А, все. Да, одна осталась. Так, вот только бы тут не покормить. Оп. Ну, хватай. О, как приятно. Хватит урчать, паук. Птиц. Что-то чел в клетке отдыхает. Так, что-то я забыл прыгнуть, да вроде надо. Так, по-моему, плавно к воде, да, переходим? Или еще рано? А, не, к этим насекомым дурацким. Не помню до чего, но надо-то тащить его зачем-то. А, ну да. Ну не насекомым, в смысле, я что-то не то сказал. Ну, каким-то, не знаю, цветкам хищным. Вот. Тут можно много попыток на самом деле потратить. Блин, я забыл. Вначале, по-моему, на центр прыгать. Да, фух. Ой. Не допрыг. Не туда. Вот днище-то. Это же они расставили тут. Что, они не помнят, какие надо нажимать, что ли?
Так, это что? А, все понятно. Так, вначале надо тележку подвинуть. Так, главное успеть за веревку ухватиться. Стоп, стоп, что-то не то. Что-то я забыл. Блин, забыл. На той веревке, наверное, надо качнуться, да? Ну, блин, не успел. Ну, я напоминаю, что у нас не спидран, а именно по смертям, так что то, что у меня не с первой попытки получается, но как бы это не смертельные попытки, то это нормально. Да, по-моему, надо раскачаться и сразу на веревку попасть. А, все, она открывает. Ой, как же я забыл, она же открывает. Все, все, все. Вот, называется, давно не играл. А я думаю, что-то не то, проход же закрыт. Все, вторая веревка открывает. И нужно вроде где-то до середины поднять. Не, мало. Все, еще раз сюда. Не, ну лишь бы не зажало, а то, что еще раз, ну и ладно. Я там еще с магнитами буду мучиться, потому что я не помню тоже принцип их там действия. Фух. Ты. Ну все, началось. Ну кто не в курсе, я не могу остановиться. А цвет у меня инвертируется направление. Я могу только медленнее чуть идти, либо быстрее. Ну и прыгать могу, и все. И не могу поменять направление сам. Только свет может менять направление. А вот эти они сожрут. Но могут сожрать мою вот эту вот неприятность. Но надо, чтобы они достали. Оп. Приятного аппетита. А, все, следующий этап, вода, дожди, ливни, затопление.
еще эту крыску покормим. Все, иди работай, механизмы сами себя не включат. Включаем дождь. Вот можно было бы 31 декабря также включить снег. А, не-не-не, стоп. Но тут же надо начали подвинуть. Где-то вот так. Так, пока одна смерть. И довольно-таки глупая, конечно же. Да, в принципе, сейчас, скорее всего, все будут глупые, практически. А, они, разумеется, я думаю, еще будут. Вряд ли я с этой смерти пройду. Так, а тут надо прыгать вроде, да? Две. Нахрена я зажал прыжок, надо было... Блин. Кстати, вот в этом месте я часто погибаю. Такой неочевидный, блин. Хрен его знает, почему-то для меня. Так, куда-то сюда нужно подвинуть. И закрываем. Надеюсь, не застрянет. Так, вот здесь очень легко сейчас умереть. Мне нужно запрыгнуть на ходу на платформу. Так, но это еще не все. Вот здесь нужно вовремя закрыть. Когда его оторвет, мне нужно успеть его закрыть, еще то оттолкнуть и, ну, короче, блин. Поехали. Оп. Так, это уже хорошо. Вот, все, скорее всего, наверное, сейчас проиграю. Или нет. Вроде успеваю. Так. Вроде успел. Здесь я, по-моему, погиб тогда, когда 12 смертей было. Не помню, где еще, но вот это вроде тут было. Даже, может быть, две. Эти сообщающиеся сосуды. Не помню порядок, по-моему, нужно закрыть. Это открыть.
А, ну и вроде все. Суть в том, что надо было тот закрыть сразу. И опять очередная вот эта вот дребедень. А, по-моему, это провал. Черт. Сколько? Три. Надо было ящик подвинуть, вот я дурак. Стой, как же так-то? Четыре. Перемкнуло что-то. Не помню, нужен ящик или нет. Тут надо бежать. Тут вовремя нужно прыгнуть, потому что можно прослупочить и будет печалька. А, все, удаляй 5. Зря ящик подвинул, вот этот рак. Ну, что дальше? Стоп, а ящик он на месте появился? Да, ящик появился на месте. Ну, 5 это типа еще ачивка в действии, но я сомневаюсь, что я дальше бессмертие пройду. Ну вот у меня уже 5 смертей. Тут надо подождать, потому что, я напомню, я не могу стоять на месте. Фух. Чё, отель уже или чё? Не помню. По-моему, тут просто допрыгнуть можно. Да. Отель, да, вроде, ну, походу. А, пилы, что ли? Или чё, что-то я не помню. Короче, я забыл уже пос... А, нет, все-таки отель, да. It's timing time. Так, по-моему, возвращаться, да, нужно? Да. А, не-не-не-не-не-не-не. Выживи. О, нормально.
Все, отель закрывается за нарушение техники безопасности. Пусть ищут. Вон там какие-то шалаши были. А, ну все, входим в отель, и начинаются пилы, да, вроде бы. Баба. Так, тут я помню, тут надо вначале вот эту штуку разрушить. Иначе меня убьет она. Теперь сюда. Кушаем. Переклиниваем. Не помню, если честно, что тут, как от этого избавляться. Вспомнил, вроде. Тут можно упасть вниз, насколько я помню. Я забыл то разменить. Ну а чё? Жалко, что ли? О нет! О нет! О нет! О нет! 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 Косяк! Шесть. Так, а здесь нужно раскачать. Оп. А, там, по-моему, ящик надо еще притащить, да? Или нет. Или да. А, да, нужно.
Недобрый сок? Ну как же так-то? Фруктовый яд. Есть такой сок, да. И он действительно не очень вкусный, по крайней мере, по сравнению с добрым. Но мне как бы не очень. Стоп, а зачем здесь этот кубик? Что-то не помню. А, тут веревочка вроде спустится, да? А, я должен руками его, да? Вот здесь сейчас будет, скорее всего, не с первой попытки точно. Я не помню тайминг. Сколько секунд? Сейчас подумаю. Ну давайте 4 секунды. Отлично. Фу. А, тут направо вроде этот секретный уровень, да, насколько я помню. Привет, Теркил. За дурацкий момент. Очень дурацкий момент. Ну, подумаешь, у мухи одной ноги не будет. Ну что ж теперь? Не, я мог бы спрыгнуть заранее, да, чтобы не сломать ногу. Ну, блин, а нахрена тогда в лимбо играть? Тут же надо ноги отрывать. Так, здесь тоже надо сейчас еще замикрить, ну, в смысле это. Хотя тут, по-моему, попытки бесконечные вроде. Ну, в смысле, ну, смерти тут не будет, насколько я помню. Ну да. Ой, ой. Вот, но. Потому что я неправильно сделал, надо вот так.
Теркил сегодня в мидбое твои рекорды пытался побить. Ну, вообще-то Торыча рекорды пытался побить, но ты там тоже замешался. Оп. Давайте сломаем. Ну ладно, пусть живет. А, это... Ну, это вроде легкий момент. Включаем долбанные шестеренки. Почему долбанные? Потому что, блин, сейчас, когда начнет поворачиваться весь уровень, это будет тоже довольно печальный момент, на котором там можно зафейрить в нескольких местах. Не, ну Тор, я так-то тоже не старался же именно, ну, когда вот в первый раз играл, я не старался именно максимально маленькое время сделать. Тоже просто вижу, что А плюсы достаточно, а вот именно сегодня, да, пытался максимально маленькое время сделать. Тут два ящика, да, надо? Не помню, как второй достать. Ну, в смысле, скинуть-то я его могу, а, ну я же сам тоже могу понизу, в принципе, пройти. Чё-то туплю. Домино? Не знаю. О, это тоже такой момент. А, надо раскачать. Да, вроде. Тут легко можно тоже жизнь потерять. Привет, Джокин. Завал на работе у него? Да откуда там может быть завал? А, неправильный тайминг я включил. Опа! Нет, зачем я... 7. Блин, ну вот просто потому что держала кнопку прыжка как-то, ну, чисто машинально, и из-за этого. О, ну все, поехали. Ох.
Так, ну тут вроде все просто, насколько я помню. Надо его остановить где-то по центру. По-моему, где-то так. Нет. Да лол. Значит, все-таки было правильно, что ли? Так, поехали дальше. Вот это уже смертоносный момент. А, кубик же. Ай-яй-яй. Все, да? Надо момент правильный тоже поймать. Погоди, я типа не умру, что ли, там? Ну да. Булыжничек. Все. Сколько там? 9, да? Поторопился. Да нет, у меня же 12 рекорд. Сейчас только 9. Ну правда еще, блин, до конца по-любому нафармлю кучу просто. Привет, фейлбот. Вот это, кстати, сейчас мы только что подошли, это типа его сестра, которую он ищет. Так что мы только что, можно сказать, видели концовку, но, к сожалению, мы не смогли до нее дойти. Стоп, я не помню, запрыгивать надо? А, ну фейлбот, это у меня... Я пытаюсь открыть ачивку, пройти за 5 или меньше смертей. Ну, разумеется, у меня это не особо получается. Сейчас тут уже 9 смертей.
прыгай. Все, наконец-то. Сюжет, ну, это, типа, у этого пацана вроде сестра погибла, по-моему, или, ну да, а и типа, ну, чтобы с ней встретиться, вроде он отправился в Лимбо, ну, проще говоря, суицид сделал, потому что, ну, как за ней можно отправиться, если она погибла, ну, типа, искать ее, ну, короче, сюжет какой-то, ну, такой, ну, ты понял. Странно, я сейчас так до конца и не понял его. Да, 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 да. Так что, по сути, здесь умереть нельзя, уже он уже и так мертвый. Еще один момент замечательный. Оп, ну хотя бы не умер. А что я сделал не так? Еще что ли позже надо? О. Ага, я тут не все предусмотрел, блин, я забыл. А как я теперь не умру тут? Ладно, попробую спрыгнуть. Надо тележку-то выкатить, а то я погибну на электричество. Да, 10. Не тут, так там. Точнее, не там, так тут. Наконец-то.
Следующий момент тоже тут можно покормить. Я не помню, тут надо где-то сходу вроде прыгать. Что-то вообще забыл. Ну, 11. Стоп, я не помню, как тут успеть. Так, что ли? Фу. Следующий камешек. А, шаталы эти лампы. Они сами шатаются. Помню. Ага. А, что, по-моему, эти, да, пулеметы или что сейчас? Точняк. Не сломалась. Она уже теперь ездит, ну да. Блин, ну затупил немного, но ничего страшного. Музыка сразу прекратилась. Ага, следующий этап. О, задачки с гравитацией. Не помню, с чего тут надо начать. Вроде с того, что тут этот кубик нужно туда поднять. Ну да. А, и там что-то, по-моему, открыть надо, да, вроде? А, вот эту лестницу спустить. А, это еще не гравитация, это еще магниты, да, затупил. Это ж только магниты, я-то вон на полу стою.
Нормально так подкинуло меня. И тут снизу выход из секретного уровня. Все для людей. Лифт. Все удобства. Дерево посреди отеля. А! Фу, я неправильно сделал. Или нет, или правильно. А теперь гравитация. Да, я неправильно сделал. Блин, походу я, кстати, не выживу сейчас. Жесть. Или выживу. Фу. Как... А, да. Вот так-то. По-моему, так. Проверить можно только подойдя туда. Так. Должно хватить. Попал. Тут небольшая такая легкая задачка с кубиком. Ну, даже не задачка, и можно сказать, мини-игра. Вот и все. Хотел вначале на себя толкнуть, потом вспомнил, что меня, скорее всего, это убьет. Вот у нас теперь два кубика тут есть. Самое хреновое еще впереди, когда тайминги начнутся дурацкие. Я думаю, вряд ли я там без смертей смогу. Особенно самый-самый последний момент. Он меня просто убивает. Иногда вроде такой простой, но... Ну кто знает, наверное, понимает. Или может я один так на нем краблю.
Так, это вот так, да? Ну, сейчас проверим. Еще надо вспомнить, в какой момент его надо отпускать. А, отпускать надо в момент, когда он уже почти высунулся, вроде. Вот как-то так. И бегом, 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 бегом. Нет. Ну ладно. Не так уж страшно на самом деле. Всего-то. Еще раз. Толкнуть его. Значит, чуть раньше надо. Где-то на середине. Все, по-моему, сейчас тайминг момента начнется. А, еще большие магниты вот эти. Тоже такая вещь странная. Стоп, стоп, сейчас. Что-то забыл, да? По-моему, из Стима. Ну, типа, знаешь, там рекламка. Вроде, но не помню точно. Вот, все получилось. Ни игр не знаю. Но ок. Ой, какой-то тоже нехороший момент. Явно не успел бы. Оп. А, надо было нажать же кнопку. Я забыл, что надо еще нажимать, а не просто задевать. 12. А-а-а. Упорот. И кнопки непонятно какие нажимать. Забыл, кнопки же все меняются, фиг поймешь. Прыгать это налево, бежать это вверх. Так, уже 14, да? Я же сказал, что самое 15 еще впереди. Шестнадцать.
17. На 17. 19. Да что ж такое-то? Вот. Нет, удалять не надо, потому что иначе я потом здесь также нафармлю. Надо до конца пройти уже. Так что нет, удалять это неправильно. Один. Да что такое? Почему не допрыгивает? 22. Но это место я запомнил, как проходить. Просто для меня неожиданностью было. Забыл. Так. Да уж. И чё, что-то я не помню. А, просто вниз. 22, жесть. Да, вот оно, все, конец уже игры. Тайминги пошли. Ну, относительно, конечно, конец. Все, я, по-моему, включил, теперь автопереключение будет, да. И вроде до конца игры. Сколько, 24, да? Да что такое? 25. Так. Сейчас вспомню. А, ну по сути мне надо спрыгивать вот с этой именно. Да-да-да. Двадцать шесть. Двадцать семь. А, все, конец. Предпоследний момент почти. Предпоследний. Все, последний момент. 26, да? Да фиг я тут с первого раза пройду. Двадцать семь.
27. Все, 27 смертей. Жесть. Ну, хотя бы вспомнил что-то. На ачивку не тянет. Ну, я, конечно же, не буду еще один забег сегодня делать. Но раз уж взялся, надо, наверное, тогда все-таки добить это в ближайшее время. Чтобы не забыть опять все. Да если б я вот на том месте, сколько я, 11 смертей там накопил, если бы их не было, да, у меня был бы сейчас результат 16. Ну, это уже близко хотя бы к тому, что у меня было. Ну, в общем, ну, надо, да. Улучшать, в общем. Ну, сейчас для тех, кто не видел, что я иду до конца. Ну вот он, нашел. Все. Все объяснила концовка, да? Все поняли. Сразу весь сюжет стал понятен, ну и все классно. Меня отлично концовка просто убила, когда я первый раз проходил. Я вообще не понял. То есть, ну вообще ничего не понял. Да и в принципе до сих пор я так до конца и не понял, если честно. Тестеров, по-моему, больше, чем разработчиков. Ну, не знаю, следующий тогда забег. Ну, возможно, завтра будет, вот как Тор говорил, там, марафон. Ну, может быть, попробуем. Ну, все, мухи остались одни только. Ну, вот так что все, как обычно, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся.